школьников города Риги порадовали два праздничных события – начало учебного года и новое школьное здание. Эту радость испытали на просторах советской земли свыше 30 миллионов наших детей, и новых школ выстроены тысячи. Учительница Эльфрида Рапа начинает свой 25-й учебный год. Хорошая у нас традиция — цветы учителям. И много-много цветов учителю жизни, великому Ленину, тому, кто основал государство, где перед каждым открыта дорога к просвещению.